Вот этот мужчина сегодня подвёрся. Прям сзади нас прям ненормальные атаки от одного паломника. Не будем говорить от какого. Но он когда сел рядом с ним, он ему потребовал, чтобы тот соблюдал социальную дистанцию и оставил его справа и слева. Хотя это, конечно, разрисовано, соблюдая дистанцию, но все заполняют ряд перед молитвой. И причем там не вплотную, причем к ключу, все равно остается место, еще один человек может сесть. Между ними двумя мог бы еще один человек сесть спокойно. Но его там стали выгонять, он машет, показывает. Ой, редчайший случай, когда арабы пропускают. Очень многие не пропускают, давят, к сожалению. Бедуинская культура есть. Что я всадник, я главный. А вы, если это не таксист, да? Я всадник, я главный, а вы, значит, крепостные, холопы, крестьяне. Вы должны уступать. Вот здесь такой менталитет. Нет правил дорожного движения практически, нет пешеходных переходов. Вот. Неслись вот с этого расстояния, вот здесь рот идет, харам вот здесь, в ту сторону, где мы пытались перейти к королевской мечети, дальше от нас королевская мечеть, прочитать намаз через дорогу, когда не успеваем харам идти, потому что 2 километра иногда люди сильно устают, мозоли с непривычки после таваха. А там королевская мечеть у нас буквально где-то, наверное, 200 метров. И вот это вот расстояние, подобно этому, невозможно пройти, потому что машины летят на огромной скорости, начинают переходить, они не тормозят, начинают сигналить. Вот, конечно, это неприятное открытие. Да, вот. Да, неприятное открытие. А многие даже и не знают, идут, не глядя. И остаются потом уже, наверное, похороненным в этом городе навсегда. Такая идет стройка. Здесь будет очередной отель. Совершенно непонятна система строительства отелей, тогда как брошенные отели стоят, обанкроченные. Видимо, хозяин не может их сейчас содержать, сдавать в аренду полностью. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Ну, посреди отелей, которые же друг на друга уже вгрызаны, и пустые стоят, огромные отели, 16 этажей, пустые, обанкроченные. Строят новые. Хотя, конечно, городу не мешало бы создание скоростной железной дороги, чтобы не только самолетами летали, а именно скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, между Стамбулом и Меккой, Мединой, как это было во времена Османского халифата. Дорога была разрушена во время Первой мировой войны и не восстановлена.